Футбол не женский вид спорта. Это утверждение опровергают участницы команды «Пилигримы». Девчонки гоняют мяч наравне с парнями. На тренировки тратят по 2-3 часа в день. Команда не раз побеждала на городских турнирах по футболу. Вот и на этот раз она первая. Признаются, залог успеха в слаженной игре. Поддержка друг друга, настрой тренера. Мы сами настраиваемся, стараемся. Чемпионат по футболу на Кубок Запонского проводится в поселке 4-й год подряд. Каждый раз количество команд участников растет. Лучшие получают переходящий кубок. Настолько они уже организованы стали, они сами уже собираются в команде, сами выбирают, кто играть как. У них интересно это все получается. И, во-первых, дети отвлекаются от преступности. Во-вторых, это досуг, причем правильно организованный, как мы считаем. Единственное футбольное поле в поселке – главный центр притяжения местных мальчишек и девчонок. Правда, состояние площадки оставляет желать лучшего. Нужно обновить покрытие, заменить ворота. Жители обратились в городскую думу с просьбой помочь. Мы эти условия должны создать, тем более, что в поселке есть и женская команда, и девчонки с удовольствием мяч гоняют, и выигрывают на городских соревнованиях. Они-то уж точно это уже заслужили, чтобы была современная площадка. Планируется, что обновленное футбольное поле появится в поселке Шмидта в течение этого года. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, события.